Привет всем моим телезрителям. Есть у меня вот такая вот старая советская розетка. Я ее уже предварительно разобрал. И есть у меня вот такая вот сгоревшая светодиодная лампочка. Все потроха из нее я вытрусил. Осталась вот такая вот коробочка. Сейчас из этой коробочки старой розетки я хочу изготовить так называемый жулик. Есть у меня проблема, когда нужно отремонтировать почтовый ящик. Я живу на верхнем этаже, ящик на втором. Тянуть удлинитель через все этажи — это не вариант. Аккумуляторной дрели у меня нет, а просить ни у кого не хочется. Поэтому изготовим вот такой жулик, который можно будет вкрутить вместо любой лампочки. Лампочки на любом этаже всегда есть, и они всегда, ну, практически всегда работают. Начинаем с того, что разобрал я розетку. Сейчас я повынимаю из нее все вот эти вот внутренности. Все клемки, чтобы они не подскакивали, подкручиваем. И перейдем в токарный станок. Будем немного ее протачивать, потому что, как вы видите, в таком положении она сюда не влазит. Нам нужно немножечко сбить края. Сделать это можно несколькими вариантами. Ну, первый вариант — это, наверное, наждак, напильник. Я не знаю, можно об асфальт потереть. У кого какие возможности, мы это сделаем на токарном станке. Это и быстрее, красивее. Протачивать ее буду в оправке. Взял кусок кругляка, сделал небольшой конус. Ну и попробуем вот так ее зажать. Для того, чтобы конус не расколол заготовку, я на него одену вот просто шайбочку тоненькую. Она ограничит врезание конуса в заготовку. Поджимаю. Все делаем в меру, чтобы ничего здесь не поломать. Так, и будем потихонечку протачивать. Снял около где-то 5 миллиметров на диаметр. Вот, как вы видите, вот эти краешки подобрала. И вот начала уже серединку точить. Но я думаю, самое время примерить. Вот эту крышку назад я ставить не буду. Нашел вот такую вот розетку старую советскую. Но один косяк, то есть она немножко не садится. Вот если видно, там расстояние до верхушечки где-то миллиметра 3-4 до 5. Поэтому с вот этой стороны я сейчас ее тоже торцану. Уберу миллиметров 5. Но тут как раз вот эти вот ножки. Я думаю, вот как раз они нам и мешают. Я думаю, этого будет достаточно. Обратите внимание, отлично получилось, нигде ничего не скололось. Получилось все отлично, все садится, супер. После измерения выяснилось, что немножечко не влазят и вот эти вот концевички, куда крепятся провода. Поэтому я взял кусачки, просто откусил,
сделал что-то в виде вот такой квадратной гаечки, которую, ну, закрутил и зажал вот эту клемму. А провода мы к ним, получается, не болтом, а просто подпаяем. То есть вот я один уже сделал. Давайте сделаем второй. Вот так получилось. Я думаю, достаточно надежно. В принципе, сварку сюда никто подключать не будет. А я думаю, дрель или какую-то небольшую болгарку это все выдержит запросто. Аналогичным способом подпаялся и в плафон. В принципе, здесь просто паяльником нажал, и оно в дырочку провалилось. Там отверстие уже было. Обпаял. Ну, а здесь пришлось сбоку просверлить. И немного тоже напаял. Паялось очень хреново, к этому плафону паяльной кислотой намазал, только тогда припаялось. В принципе, держится отлично. Я думаю, не отпаяется. Устанавливать буду вот эту верхушку. То есть, в принципе, она здесь отлично вот так садится. Лишнее немного сейчас сточу. Так. Так, супер, вот мы все лишнее по быстрой схеме сняли, а теперь я резцом просто поправлю. Вот такая вот получилась крышечка. В принципе, советский пластик, он точится хорошо. Современный пластик, он сразу колется. А этот хорошо и держит, не лопается и точится. В принципе, мне нравится. Ну и, как говорится, последний штрих. Все вы знаете, что старая резетка, она была под вилки, которые тоньше современных. Поэтому современная вилка сюда просто не влезет. Для этого нам надо вот эти вот входные отверстия рассверлить сверлом. Ну, я нашел пятерочка, 5 миллиметров. Здесь главное сильно не давить, потому что пластик, если вы сверлом нажмете, сразу же лопнет. Поэтому потихонечку. Ну и давайте проведем сборку.
Вот, как вы видите, сейчас проблем нет. Хочу эту вещь сделать разборной, то есть сюда мы винтиком зажали колодочку. Ну а здесь я просто залью сопли пистолетом, выровняю по центру, и будет вот такая вот коробочка. Мало ли, вдруг когда-то что-то придется ремонтировать. Для начала я сначала немножко налью клея, чтобы колодочка просто немножко прихватилась и выбрала вот этот нужный размер. Затем сниму верхушечку и хорошо все залью уже как надо. Так, выставляю и фиксирую вот в таком положении, для того чтобы клей прихватился. Все, клей схватился так, как нам нужно. Теперь я разберу и уже залью все так, как говорится, на века. Все, и подождем, пока оно хорошо высохнет. Закрутил я жулика вместо лампочки. Вот так он там расположился. Места много не занимает. Ну и давайте проведем испытание. Подключил я дрель. Как вы видите, все замечательно работает. И я прибором доволен. Изделие получилось качественное, аккуратное, очень сильно смахивает на заводское исполнение. В принципе, мне оно очень нравится. С момента, как я его изготовил, уже прошло несколько месяцев. Я для себя нашел ему уже несколько применений. Ну, во-первых, я отремонтировал почтовый ящик. Живу я на 9 этаже. Почтовый ящик между 1 и 2. Тянуть удлинитель с 9 этажа — это не вариант, поэтому просто вкрутил вместо лампочки в подъезде и отремонтировал почтовый ящик. Также я уже несколько раз его применял в гостиницах. Я очень часто мотаюсь по командировкам, и в гостиницах, как правило, очень мало в последнее время розеток. Мне попадались варианты, где одна розетка для холодильника, и то она за холодильником в другом конце номера. А над кроватью всегда есть у вас либо ночник стоит на столе, либо ночник висит над вами, над головой. Поэтому я вместо ночника вкручивал вот этот прибор и заряжал телефон, компьютер. В принципе, со своей задачей он справился. Кому это видео было полезным, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Может, у кого-то есть какие-то замечания, предложения. Буду рад выслушать. Всем пока.